ILTC вступает в свой юбилейный учебный год. Нам исполнилось 25 лет. За 25 лет мы обучили более 60 тысяч студентов. Главный критерий успешности и лидерства ILTC – это наши преподаватели. Практически весь преподавательский коллектив имеет международную квалификацию. И самое главное, за эти годы сформировалась семья ILTC, которая на протяжении четверти века привносила свою душевность, свой профессионализм и свой позитивный настрой. ILTC я выбрала, потому что на самом деле были хорошие отзывы от тех ребят, которые уже ходили в ILTC и говорили, что очень драйвовые, энергичные учителя, которые там есть. Больше всего я люблю этот командный дух. Это на самом деле вдохновляет. И мне очень нравится, что здесь мы работаем именно сообща. Методология обучения и процесс обучения, по мне, наиболее современный, эффективный среди множества школ, которые находятся в стране и в Кишиневе. It's 100% student-centered, right? So everything we do is to make the students feel comfortable. I can't miss a lesson here at ILTC because teachers are amazing, everything is amazing. This is the best school. ILTC для меня это семья, которую я нашла 7 лет назад, из которой я все это время делю все свои достижения, радости, эмоции. Каждый день приходишь не как на работу, а как в семью, потому что каждый день мы делимся чем-то личным, чем-то своим, и плюс это очень подбадривает нас и мотивирует нас к работе. Даже не знаю, мне кажется, у ILTC есть все, что нужно, но, возможно, не останавливаться на достигнутом и всегда поддерживать эту планку, быть лучшими. Особенность дней рождения ILTC состоит и в том, что мы не только создаем праздник для наших студентов, но мы все вместе делаем добрые дела. Уже традицией стало проведение благотворительной интеллектуальной игры, собранные деньги от которой пойдут на поддержание людей, находящихся в хосписе. Quizul este o ocazie foarte frumoasă de a sărbători aniversarea ILTC, dar în același timp făcând un gest foarte frumos, și anume susținând persoanele care suferă de boli incurabile în regiunile din Republica Moldova, pe care noi le ajutăm prin intermediul Hospice of Hope Moldova. Мне очень приятно, что ILTC участвует и организовывает такие мероприятия, предоставляет возможность нам, студентам, принять участие в них. Студенты se mai distrează, mai practică limba engleză, mai au posibilitatea să petreacă timp împreună și în același timp să susțină o cauză nobilă. Мы все очень гордимся, что наши студенты, наши бизнес-партнеры, наши друзья и коллеги поддержали нашу идею. И сегодня играют 200 человек в квиз и поддерживают эту замечательную идею. Toate fondurile colectate vor fi direcționate către dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă în regiunile din Republica Moldova, astfel încât echipe din Soroca, din Ocnița, din Orhei, din Cahul și din Taraclia să poată să meargă acasă la pacienții care se confruntă cu o boală incurabilă și să-i poată oferi gratuit asistența medicală, asistența socială și suportul psihologic de care ei au nevoie.